Армейская жизнь сильно отличается от гражданской. Солдаты ежедневно учатся, заступают в караул, занимаются спортом и упражняются в стрельбе из боевого оружия. Хотя в военную часть и не пускают посторонних, но всем интересно знать, как служат в армии. Здравия желаю, ребятушки. Рад новой встрече с вами. У нас в армии, знаете, как говорят? Служи хоть 100 лет, а старым друзьям посылай привет. А я думаю, мы с вами смело можем называться друзьями. Сегодня хочу вас в армию пригласить. Ну, конечно, по разрешению, да, командира воинской части. Хочу показать вам всю солдатскую службу. Вы уж мальчишки большие. Не заметите, как время пролетит, и наступит пора воинской службы. Вот тогда и вспомните, что вам старый солдат Афанасий Иванович рассказывал. Потом спасибо еще скажете. Историю регулярной российской армии принято отсчитывать от времени правления царя Петра I. Это он разделил армию на войска, придумал специальную форму, основные правила воинской службы и объявил постоянные рекрутские наборы. Рекрутами раньше называли тех, кто приходил в армию служить. Современная армия, конечно, здорово отличается от прежней. У нас теперь и оружие другое, и войск гораздо больше. А в отношении военных знаний нынешние солдаты против петровских вообще профессора. Сейчас чуть ли не каждый может и с современными видами оружия управляться, и автомобиль водить, а если понадобится, то и в космос полетит. Единственное, что осталось неизменным в российской армии, это строгая дисциплина и беспрекословное подчинение старшим по званию. Попасть на территорию любой воинской части можно только через КПП. Эти три буквы расшифровываются как контрольно-пропускной пункт. Звучит довольно грозно, но как иначе? Ведь это же главный вход в часть. Через контрольно-пропускной пункт проходят все люди, которые прибывают в часть по важным делам, и все грузы, которые нужны военным. Грузов множество, ведь воинская часть – это целый городок. А охраняет главные ворота вооруженный наряд. Наряд – подразделение солдат-офицеров, которое несет службу на важных объектах воинской части. Он охраняет КПП, склады, штаб или занимается работами по хозяйству. Да, еще хочу обратить ваше внимание на то, что, вот скажем, для военных людей обычное дело, а для гражданских беда. Вот, например, караул. На гражданке караул кричат, когда происходит что-либо из ряда вон выходящее. А для военных караул – это охранное подразделение. Вот так-то. Отдыхают солдаты, братушки мои, в особом доме, который называется казарма. Говорят, что первые казармы появились еще в Римской империи. Ох, давно это было, но оказалось очень удобно. Ведь если нужно будет выполнить какое-нибудь боевое задание, не потребуется солдат по всей части собирать. Рота, подъем! Рота, подъем! Расчет, внимание! Расчет, внимание! Расчет, машине! Расчет, машине! Армию не зря называют школой жизни. Солдат здесь чему только не учат.
Они узнают, какие виды оружия существуют, знакомятся с историей, следят за политической обстановкой в мире. А первая книга, которую в армии все знают наизусть, это, конечно, устав. Устав. Свод правил, по которым живет каждое воинское подразделение. Уставы помогают решать любые задачи и во время военных действий, и в мирное время. После уроков полезно спортом заняться. Это и учитель в школе скажет, и командир в армии подтвердит. Каждый защитник Отечества должен быть в хорошей спортивной форме. А для этого нужно уметь подтягиваться на турнике, отжиматься от пола и на брусьях, бегать, прыгать и метать мяч. Это и для здоровья прекрасно, и в службе помогает. Товарищ бывалый солдат, 11-я мотострелковая рота для занятий по физической подготовке построена. Заместитель командира взвода, младший сержант Боковенко. Здравствуйте, товарищи солдаты! Здравия желаю, товарищ бывалый солдат! Вольно, братцы. А покажите-ка, братцы-солдатушки, нашим мальчишкам, что вы умеете. В армии есть специальные нормативы и для солдат, и для генералов. Понятно, что молодой солдат бегает быстрее генерала, но генералам бегать и не нужно, ведь главная работа командования проходит в штабе. Штаб есть в каждой воинской части. Тут работают командиры. Они разрабатывают боевые и учебные задачи для солдат и офицеров. В штабе хранится боевое знамя воинской части. Это главная святыня полка. Часто полковые знамена имеют свою интересную историю. Например, некоторые из них участвовали в боевых действиях во время Великой Отечественной войны. Личное оружие, артиллерийские орудия, боеприпасы и техника есть в каждой части. А иначе какая она будет, военная часть? Защищать Отечество – дело непростое. И как история показала, почти всегда это надо делать с оружием в руках. А раз так, надо уметь владеть оружием в любой ситуации. Во время службы военным приходится стрелять из всех видов оружия. Батарея! Огонь! Сегодня подразделения российской армии вооружены разными пистолетами, автоматами, гранатометами, в зависимости от того, какие боевые задания приходится выполнять. Учебные занятия по огневой подготовке чаще всего проходят в тирах или на специальных полигонах. Меткая стрельба из современного оружия – это целая наука. Ей обучаются во время всего срока службы. Скажу вам честно, ребятки, с настоящим оружием обращаться очень непросто. Это только в кино показывают, как супергерои чуть не жонглируют автоматами да пистолетами. В жизни все не так. Вот этот автомат весит почти 4 килограмма. Ну, как портфель со всеми вашими книжками. Неподготовленному человеку его и в руках-то держать трудно. А от выстрела уши закладывает. Да. Ну ничего, как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Есть у ребят и немного свободного времени. Можно почитать, с товарищами пообщаться, ну, о житье бытие поговорить. Но самое главное – домой написать. Позвонить родителям или смс-ку отправить. Мол, все у меня нормально. Кормят хорошо, жив-здоров, изучаю за всех сил военную науку. День солдата заканчивается всегда на плацу. Так называется небольшая площадь, которая есть в каждой воинской части. Здесь проходят парады и занятия по строевой подготовке.
Обязательное ежедневное построение называется «вечерняя поверка». Командиры проверяют, все ли в порядке в части, назначают наряды на следующий день и объявляют благодарности лучшим военнослужащим. Как видите, ребятушки, вся служба солдатская проходит в изучении военного дела. Так ведь солдатами-то никто не рождается, а потому всему учиться нужно. А родину защищать, ох, непростое это дело, уж вы мне поверьте. Ну, а сейчас прощаюсь с вами, ребятушки. До новых встреч. Кланяюсь вашим родителям. И храни вас, братцы Господь, от всех невзгод и напастей.